Что делать, если пенсионное удостоверение утеряно? Документ с 2015 года не выдается. Факт и размер пенсии можно подтвердить справкой о назначении пенсии. Это официальная бумага, которая подходит для предъявления в кредитных организациях. Заказать документ о назначении пенсии можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и в многофункциональном центре. Готовый документ сохраняется в истории обращений, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и при необходимости может быть распечатан для предъявления по месту требования. Справка содержит фамилию, имя, отчество пенсионера, дату его рождения, СНИЛС, дату выдачи, размер и вид пенсии.